Здравствуйте, меня зовут Алексей Халецкий, а вы продолжаете смотреть ФФА-сериал «За Шотландию» в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если же не продолжаете, а видите эту партию впервые, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, ну давайте смотреть. Я так не жди. Где у нас Биг Бен? Можно будет поставить. Чудо! Давайте пока содержание юнитов меньше, да? Ну давайте. Розовое озеро, я такого не видел. Хм. Так. Раз. Интересно, почему оно такое цвета? Два. Может, сюда сбрасывают трупы дикарей? И вода стала красной от крови. Как Мертвое море, такое же говно. Сандро, накатило на тебя что-то? Воспоминания какие-то? Да я смотрю, да, я что-то думал, что это Мертвое море, присмотрелся, не дает очки веры. Потом смотрю, что-то оно розовое, думаю, что это за визуальный глюк. Навел, значит, читать, смотрю, Lake Red Bar какой-то. Где оно вообще такое? Откуда это чудо? Кто-то знает? А вот, где-то оно в Северной Америке находится. Ага. Так. Рассветка вызвана загрязнением. Требуется банк. А, вызвана не загрязнениями, а живущими. Ну, тут надо банк построить. Самый. Наверное, микроорганизмы. Город. Обычно там всякое говно. 58. Ну, вариант с выбрасыванием трупов был тоже неплохим, в принципе, я считаю. Ну да ладно. Пойду дальше. Это, короче, это Африка. Сенегал. Оно чем-то еще бафается по времени, то есть. Ну, мы опять туземцы деремся за капуск. Ну, Сенегал вот это в том же времени застрял, как и вы, в принципе. Бафлинцы самое бесполезное чудо на свете. Вот эти три пустых холма. Оно там в эпохе Атом. Вообще очень хорошо. Слушай, это там не не граница Арчи рядом с этим озером. Граница. О, Арчи, а подойди к границам к своим. А, нет, это не Шотландия. Арчи тут в этой игре все выходит, всех встречает. Здравствуйте. Я никак не могу, он меня никак не встретит, я по побережью плаваю, я туда, сюда, никак встретил. Не могу найти его. Я уже его встретил, я ему сахар принес, обнял его по-братски. Так рад, сотый ход. Блин, забыл про эти, про форты, представляете? Не, ну если я найду, я тоже что-нибудь дам. Так, тут фабрика завершена, банк закончу. Больше не стоит апать, потому что это содержание, они требуют, блин, три хода. Плохо, тогда здесь сделаю форт.
Опять ты, Арчи, этот вальедолит колупаешь. И возвратиться все как вспять. Настали темные времена. Время пансиона, кстати. Самое время. Арджи, бог кузницы бери. Бог кузницы. Нет, не бог. Потом апнешь. Мы улетим, апнешь войска. Перепутал, не ремесленник. Ну тут мы. Нет никаких мы, кто-то один улетит. Вышел в темную эпоху. Я боюсь, что все-таки мы на равных будем воевать с индонезийцем, поэтому я думаю, что надо с ним просто продлить союз. Один ход оставался до конца союза. Индонезийцы, там предложение продлить союз я тебе послал. О как. Я думал, ты со мной воевать уже собрался. Надо захватывать этих ребят. Александр, твой скаут пока стоял на границах, уже в границах оказался. Тем более, там вкусно. Освободительная война должна быть против, по идее. Да ладно, что-то оставался. Да, чтобы не Так, какие у нас там карточки есть? Ну, как я так ненавижу это уже в циве. Невозможно ни хера посмотреть опять. Переключить, блин, на какие там карточки темного века у меня есть. Да, 4 посла, конечно, в Буэнос-Айрес жалко, но что поделать.
надеюсь, ацтек вынесет испанца, и я вынесу ацтека. Вот как-то так. Такой план. Кстати, что у меня тут по торговле меха? 5 гипс и чай. Это я все у Голландии. Перс предложение, глянь. Можно уже объединиться. Чё, что ты так не любишь караваны отправлять? Я нашел себе другого союзника. Более интересные караваны у него. Ну один-то, один надо отправить. Один? Хорошо. Окей, возьму. Пуш. Цикл счет интересно. Счет очков у тебя интересный, говорю сейчас. Электричество. Окей. Безбожник. Что происходит? Может, это как-то с культурой связано? Я, короче, сижу и ничего не делаю. Раз одна эврика прилетела, раз вторая эврика, раз третья. За один ход просто. Культурный союз есть с камерой? Нет. Эврики именно на науку. На науку? Так это научный это баги, союз. Баги. Нет научного союза. Нет, там написано, типа, вот мы путешествовали по миру и с нами поделились знаниями. Кто? Кто? Кто поделился? Там мне все выдали. И столеварение, и радио, и че только не это. Вот прям за один ход насыпал. Тут странно. Мне кажется, это с культурой не делится. Мне кажется, это с культурой связано. Надо будет проверить. Еще раз на культуре пройтись, посмотреть. Ой. С упором. Дело в том, что мне ни разу никто ничего не поделился. Хотя я со всеми дружу, но все жадные. Никто не делился. Кому-то, кто-то с кем-то... Димка, почему ты со мной не делился ничем? Я с тобой торгую. Ну вот, ты торгуешь, но не делишься. Мне кажется, это как-то странно. Давай со мной поделись. О, давай. О, вот это я понимаю, наш вариант. Какой у вас получается? Самый лучший. Религиозный. Ну а чё, я основаю веру. Ты? Да. Может, ты будешь верить в настоящий? Еще ходов 20, я таки её основаю. Теперь точно не будет верить, кстати. Вы же религиозный союз заключили. Давление на его города терпели. Варвары сломали промзону. Что вы делаете? А зачем? Я тоже не знаю зачем.
Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Если вы сомневались, заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Лёша играет». Слушайте, может это реально так связано с культурой? Мне даже интересно стало. Просто эврики сыпятся каждый ход прям вот на полку. Наверное, это теперь. Слушай, я не знаю, мы когда вчера играли с Сандром, вот, мне ничего не сыпало. Хотя по культуре очень хорошо. Именно вот с этой формулировкой, типа, мы тут путешествовали по миру и... Надо у Нарима было спросить, сегодня ему такое прилетало? Этому путешественнику с 300 турами. Что-то из-за туризма тебе 240 туризма? Ну, а, кстати, это скорее даже не из-за культуры, а действительно, типа, путешествуют туристы и перетаскивают эврики. Звучит логично, по крайней мере. Так это какой-то промышленный шпионаж. Притаскивают эврики. Я против. Хватит это терпеть. Кстати, притащили эврику расщепление ядра. Интересно, где они были в туристическом тайне. В Корее. В Корее. Охренеть, то есть можно... Я немножко в шоке. В смысле? Ну, то есть получается, что даже отставая по, допустим, можно развиваться не в науку, а именно в культуру, получается, при таком подходе. Ну, эврики можно и самому сделать, как бы. Не, ну можно, но... Как бы вот эти вот последние эврики делаются очень тяжело. Ну, без этого ученого. Сколько им там осталось? 23 хода, и они возьмут такие инженера. Что мне такое, кажется, я не доживу до этого времени. А торговец это вообще что-то предельное. Просто, блин, в прошлую игру играли без ученых, это без инженеров. Что за ерунда происходит? За читера. Сейчас ты торговец, не понял. Не, вы можете мне скинуться голдой, я его выкуплю, как бы. Я, если честно, потратил голду. Ну, чтобы не руинить вам этих. Каких инжи. Сандра, ты извини, но я купил торговку. Не слышал, что ты говорил. Я говорю, выкупил торговца. Я знаю, ты стремился к его. Я не выкупил. Я выкупил. Чё, удивлённый, я ж не выкупил. Как? Я ж не выкупил тогда, действительно. Как так-то? Я не выкупал ничего. Прикольно мне. Только сейчас понял, что показало историческое место, артефакт, короче, на месте, на священном месте. Говорит, все нельзя. Не возьмешь ты, не выкопаешь.
Так, давайте смотреть. Из Дамбертона бегает организацию. Из Дамфриса бегает. Из Хаддингтона бегает. Я почему отправляю индонезийцев? Не просто потому, что много из Бердина бегает, но так как он второй уровень, западный, я еще Бердина. Имею чего бонус будете делать с культурной победой? Так, колен. Я бы вам рассказал, как она контрится просто одним кликом, ну ладно. Просто хоть там у тебя 3000 харизмы. Ну расскажи, что ты как этот... Объявить войну элементарно. У меня было 2000 харизмы. Два человека со мной воевало, три человека воевало, и мне приходило по одному туристу. Вот. Ну это в концовке уже, когда там это сейчас-то это не так просто работает. А ты не помнишь, как кто-то у нас вот недавно Димка победил? Когда на него даже ядерки сбрасывали. Ну он вокруг там, все были в союзе с ним. Долгое время он уже набрал свое. Ну так 2000 туризма, это тоже очень много. У меня было только 1000 туризма тогда. Не, Грей, ты не понимаешь, 2000 туризма у меня было и культурой там, когда у людей там, мне надо было 97 туристов набрать. И я не смог набрать их. Только из-за того, что все воевали, ни одного торгового пути, ни одного союза, ни одного этого. Не, ну там это через этого. Можно было попробовать через ученого, наверное, и через карточки. Не, ну, собственно говоря, торговый путь дает там тебе открытые границы плюс 50. Не, ну, открытые границы, это как бы кто их даст? Союз, ну, ты в союзе, они автоматом дают. Ну, союз, понятно, как бы, ну. Ладно, хорошо, но по умолчанию 25, то есть, если ты объявляешь войну, это минус 20%. А если взять... Это несерьезно. Нет, ну это если никаких других там нету. Я, например, на этой карте вообще не могу отправить караваны там в западный этот мир отсталый. Потому что, ну, тупо слишком далеко. Ну, да. Я попрошу, тут не все отсталые, подождите. Не, ну я потихоньку пробираюсь по твоим городам, да, вот у меня уже есть торговый пост в Тубане, следующий будет в Маджапахите, там, ну, игра раньше закончится. Ты Стокгольм отправить и не достягивать? Не, не могу, только в Иерусалим. А, ну это Иерусалим, в принципе, можно. Иерусалим давно уже плавает, но он там сколько он будет длиться тогда? Ну смотри, Иерусалим, следующий Стокгольм. Ну это понятно, ты понимаешь, я в Иерусалим отправил недавно, то есть игра не закончится. А, если недавно. С чему-то оплыть-то сколько там? 20? 30? 33. Ну нормально, к концу. Потом Стокгольм 35 и как раз. То есть туда 35, обратно 35, да? Да. Я смогу освободительную войну ацтеку объявлять? Это плюс 100%, даже не для того, чтобы типа ацтека я хочу захватить, но это даже не для этого. Плюс 100% производства шотландцу. Следующим ходом берется, конечно. Но...
смог в осаду взять. Он у меня и так есть где-то, блин. Так, горцы надо построить для очков. Собственно, как и выйти... О. Японский миссионер. Как и выйти в этот... В реформацию. Давайте, наверное, строительная инженерия и реформация. Надо поле для гольфа в каждом городе построить. Так, мне надо будет город вот здесь поставить на месте испанского. Построить поселенца, пожалуй. Конь прям в центре. Интересно, куда его выкинет. Переведу-ка я, пожалуй, пикинёра поближе. Короче, к нему. Сандра, качай культуру. Угу. Я с такой грустью смотрю на 31 науку в Хоту от Стека и 21 науку у Филиппа. То есть 11 культуры тебя не смущает? Нет. Так, значит, во-первых, давайте посмотрим, какие у нас тут черные есть элитные войска. Давайте возьмем, кстати. Да. Возьму вот вместо республиканского наследия. Сейчас будем прокачивать войска. И сейчас пока возьму быстренько на ап. Немножко просело. Блин, что-то он так как-то слабенько бьет. Ладно, сейчас будет арта уже, по идее. Да. Блин, тут у него 70 защиты вдруг стало. Блин. О как. Нет. Достали они все это тырить.
все эти тихи, блин. Серьезно? Эй, морские нации, как я построил первый в мире флот? Блин, еще и... Мисклик. А что такого-то? Нету? Не, ну у нас есть вон, Индонезия. И... Не, ну просто очки же дают больше трохи. За первый флот там. Ну так-то, ну конечно, да. На самом деле. Ты бы еще к Испании прикопал. Да, Испания, где флот? Испания, где флот? Алло. Нету. Что откуда? Нету? Ты ж Испания. Откуда? А что, испанские города уже просто сжигаются, да, даже не завоевывают? Там война не на жизнь, а на смерть. Это... Япония не стоит. Чего не стоит? Раз переносить мне свою веру. А я не к тебе, я к Лёше. Нафиг ты не сдался. А когда ты что-то пропускал делать у меня? Да, я сам убей попросил. Его! Накажи, не пропускай его. Слышишь голоса? Это религия вуду. Говорит, не надо, не надо пропускать этих неверных. Давай я лучше распространю эту религию. Не, не надо. Ну как не надо, если мы с тобой в религиозном альянсе. Друг, как это не надо? Ты меня сам попросил, можно так сказать? Я вон построил армию... Да ты не спеши, у меня через 3 года своя вера будет. Вот давай, ты ее основываешь, я как раз прихожу инквизиторами, сжигаю твой народ и говорю, народ, что... зачем я... сжигать? Ну, кто будет верить, будет сожжен быстрее. 5 очков пророка вход, ты там что-то храмы построил, что ли? Да. Храмы. А что, они так хорошо стоят с 2 сторон от Тороса, вот. Каждый по 4 веры. Ну что, будет у меня... Нефти или не будет? Не, на самом деле вопрос. Этих священных мест очень не хватало, когда монументализм был. Я не всех рабочих купил, которых хотел. Пум-пум-пум-пум. Какая-то музыка заиграла странно. Тоталитаризм и капитализм ускорил. У голландцев такая нейтральная тема музыкальная. Ну, кстати, у голландцев здорово. Будь здорово. Она не запоминающая. Она не напряжная. Она играет где-то на фоне. Но она не напряжная совершенно. Конечно, с зулусами не сравнится. Но зулусов лучшие вообще. Зулусов лучшие, это я согласен. Я ни разу не слышал зулусов. Короче, Арчи с Михаилом дуэльку тут играли. У нас ФФА на 6, у них дуэлька. Нет, у нас 2 ФФА. Морские курорты уже пошли. Приезжайте, гость. Ну что, нету нефти? Неужели нету нефти? Ну ё-моё. Серьёзно? Я не знаю, это, по-моему, 4-я подряд игра, в которой у меня нету нефти. Просто как вот можно жить? У Ацтека... У Ацтека тоже нету нефти, у испанца тоже нету нефти. Что это за говнище? Не, может, конечно, у него там где-то под районами, я не вижу, но... Просто бред.
Ну вот и смысл мне идти. Даже на воде нету нигде. Ну, ну это... Четвертая игра подряд какие-то траблы с нефтью. Если еще когда-то на воде были, то сейчас вообще нету нефти. Индонезиец, а у тебя этот есть? Кто? Нефть. Есть. Но передать ее не могу. А где она у тебя? Покажи. Она от торговца. Класс. У меня четвертую игру подряд вот тупо нету нефти. Я она есть рожу... рядом. Я поэтому его и купил. Как раз ради этого. Так я уже давно никакого рыцаря не строю, пока не открыл. Ну, нет, дело в том, что ее даже нету на нашем континенте просто нигде. Это, ну, это настолько тупой баланс по стратегии, не, ну, по ресурсам. То есть ты захватываешь кучу территорий, у тебя куча территорий. У ацтека ее нету тоже вообще, у испанца нету. А, нет, наврал. Есть у испанца, есть. Вон она. Я вижу. Арчи за нее, ну, собственно, и сражается, мне кажется. Можно мне идти. Он ее использует. Нефть там. Я сначала в пушку. На востоке, в средневековье, кидается этими огненными болами. Арчи, зачем ты делал войну бьи? Нет, я Леша обидел, чтоб он... Не все так просто было. А. То он мне не дал, чтобы я освободительную войну объявлял. Вот такой жматяра. Ну кто мне говорил, на цифру кликай, чтобы все убиралось. Хера не убирается. Не, Грей, без дружбы. Какая дружба? Ты че у нас в туризм идешь побеждать, а ты и дружбу хочешь? Как это она закончилась, я просто еще раз. Ну, без дружбы мы можем торговать и без дружбы. Ведь можем? Ну, кто его знает. Возможно, конечно. Но это не точно. Так. Да, нам лучше поставить здесь. Ну, вот сюда, наверное. Вот сюда. Хрен, Севилью он уничтожил. Он реально все это уничтожает просто. Ну, кстати, Сандра, ты говорил про за Индонезию, что... Морские города плохо развиваются там и так далее. MG похитит 23 лимит, при этом там нет ни амбара, ни канализации, ни акведука, ни пригорода. Круто. Тупо за счет улучшений. Может, это за счет губернаторов еще? 10 жилья от улучшений. Подожди, какой у тебя 23 лимит? Да. А, у меня же карточка демократия. Я думаю, что у меня так больше. Ну. Так я говорю, не, там не стоит ни амбара, ни канализации, ничего нету. У меня тоже ничего нет, хотя не амбар есть. О, японский шпион тут на органы был отправлен. Ура. Ты. Я не в таком случае. Не так
покупайте его джинсы, он жестокий. Отправляет на органы. Я тоже. Я их покупаю. Извините. Вырвалось, да? Да. Арчи, как ты меня взял, убил моего арбалетчика? То есть, никак. Весь континент исследовал. Ну, чтобы не ломать игру, столицу мы брать не будем. Да, я думаю, не возьмем. Вот это вызов сейчас был. Да, вот спроси у Лёши, он знает, лучше так не говорить мне. Да, ну пусть это долго брать. Кадзе. Не, я думаю, танкист все-таки ж где-нибудь найдет сейчас нефть, приедет, освободит нас обоих. Ну, так я теперь всю карту почти вижу. Ну, да, это скорее карта континента с перешейком просто. Ну, это вот на этом моде частенько вот такая фигня, что перешейк и два континента таких больших. Я уже не в первый раз это видел. Кстати, по-моему, вот в оригинальной игре такого нет, но там просто все очень близко. Для армии патч там ничего не изменил. Буду никто не изменять уже. Ну вот Лёша говорил перед игрой, что он типа загружал, то же самое все. Да, я в компьютера две карты загружал, там в 5-6 клетках компьютера столицы, между столицами. По-моему, вот как помните, когда они выпустили именно патч, а не аддон, вот там было все починенное, я проверял, там нормально спавнил. А когда аддон вышел, это все обратно поломал. Нельзя когда просто взять и... Патч вот за день вышел, где они вот это как раз починили. Вроде, вот мне казалось, что по идее работал, я там загружал эту открытую карту. Потом аддон вышел, и все, оно ломал. Так, ну теперь стоит в производственные ГГшки отправить. В тот же Гонконг, Брюссель. У меня промышленных зон 3 или 4, по-моему. Нормально будет. Да, ну... Хоть тут нефть есть, то я столько вопил. Ну, по-хорошему, смотрите, какой огромный континент. Ну вот у испанца одна. И все. И все. Че там за? Не, ну мы на тебя рассчитываем. Yeah.
ставка не пройдет, я вам так скажу. Я понял. Тогда считай, что этого вопроса не было. Какая тема. Арчи? В темном веке где-то. Хрен его знает, Давид. Может. Может что-то и получится. Но это не точно. Да ты же шотландца кто-нибудь не вкурит. Так она ж там есть. Так, из Буэнос-Айреса надо отправить. Биг, ты тут, Перс? Устал, походу, наверное, не привык к таким партиям. Ну, это, конечно, не дело так делать. Хоть бы сказать, так, отойду. Но вдруг он вырубился нечаянно. Вырубился-то как? Как это? Знаешь, так как иногда фильм смотришь, бам, и заснул. Хотите, покажу, надо продолжить. Возрождение промышленное, у меня будет танки, это как какое-то новое время. Я всегда, когда в таких моментах, когда уже скучно и спать хочется, надо, значит, воевать с кем-нибудь, да? Сразу взбодришься. Смерть реликвия. Конечно. Мне некуда реликвию сувать. Так, а что у меня был кодинарный дел? И таймер делать? Быстрый, ходы быстро ходить, проходить начнут. Просто из одиночного делают. Здорово. Надо вот с этим армию. Слушай, он забахал. Так, эту реликвию не знаю где. Пока создать. Видно территория стека, что у меня шпионы тут сидят, если вы их не видите. Биг, ты тут? Есть у кого-нибудь в друзьях? Может ему через Steam кто-нибудь позвонить, например? Сразу армия нормально. Здорово. Сносительно. Вы плохие союзники. Вы ничего не делаете. Только религию придумываете какую-то гадкую. Thank you.
Коцаны юниты Ацтека домой возвращаются. Я ж могу еще взять для... Сёгра, ты меня победил культурно. Это было... долго, но я справился. Но они умрут вместе со мной. Ну, надо для армии все-таки поднастроить, я думаю, рыцарей. Клетку опять случайно. Это причем не мисклик? Это... Забавно, когда я ставил неймингин, я думал, этот город не очень будет без Петра. А в итоге очень даже. Ты видишь, Димка, этот городок? Что-то, по-моему, все ушли. Прости, микрофон. Я говорю, вижу, но что-то... А что в нем такого хорошего? Ну, вот, как ты думаешь, сколько там промки? Думаю, около 70. Ну, почти 85. Ну, хороший парк. Ну, то есть, он неплохой. Хотя изначально в нем было 7 пустынных холмов. Да, если там Петра, да. Она была очень хорошая. Следующим ходом АПМ. А почему я 9 холмов? Ну или, ну, не знаю, я примерно сказал. 9 холмов, это да. Слушайте, а реликвии в каких зданиях, ну кроме храмов, еще просто только в чудесах каких-то, да? Ну, запихивать реликвии можно. Забор можно. А в храмы? Ну, кроме храмов. То есть просто зданий нету, да? Только чудеса. Ну, собор. Ну, собор, да, в религии можно взять. И чудеса, да, все. Ну, реликвии самые бесполезные вещи, блин. Ну, не, еще этот есть торговец, который, по-моему, любые шедевры, да, позволяет? У меня просто этот устаревший генерал, который реликвию дает. Мне его некуда. А в центре города у тебя что? В центре города музыкант уже. Наваял. Что он тут наваял? Времена года, Вивальди, между прочим. Между прочим. Плохо так. Ну, кстати, за какой-нибудь Конго там этот реликвий, он уже почти один из первых. Начало идет. Как... Ну, кстати, у меня Эдгар Аллан По Ворона уже написал. И сердцеобличитель. Хотите немножко подогаданствовать? В Абердине. Приезжайте в Абердин, почитайте. У меня всего лишь гордость и предубеждение. Все, вы слышали? Вот это идет. Твари. Кто бы говорил? Вперед у меня ворует золото. А, блин, я еще дальше надо. Смог сделать, а знаешь, как обидно? Как это тупо вообще? Знаешь, как обидно? То именно? Один раз, и все, все пропало. Ребят, есть какое-то лишнее нефть, а? Дайте нефти. Лишнее. Она вообще у кого-нибудь есть вообще в принципе? Даже не лишнее, а, вон, у Египта есть. Там танки просто так бы не появились. О, индонезийц, дай нефть. У меня одна. Я понимаю, только что тебе, нафига она тебе вообще? Я тебе отдам через 4 хода. Одно это сможешь. Да не точно. А?
Как ты сможешь отдать? А у меня вон нефть около колена. Между стерлингом и коленом. Ну ладно. Ну, ты еще вот это тупо. Главное, чтобы ускорить возможность постройки буровой вышки на воде, надо построить буровую вышку на суше. Ну это... Что ты такое вчера слышал? Это я возмущался, блядь. Не, мы это давно уже как бы тоже как бы про это говорили. Не один ты, Сандрей. Да, ну я вчера вот как раз меня не хватало этого, и меня вот палило вчера. Именно это. Еще руку делать. Армии мало. А ты чё без шарика? Шарики для слабых. Думаешь, у меня есть смысл шарики сейчас строить? Да нет, в принципе. Просто удаясь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Где? Это для армии. В Эдфу. Где? Эдфу. Фу. Эдфу, в общем. А, да, апостол даосизма. Ты видишь? Вижу. Видишь, что творится? Так я же говорю, что недолго, как бы, я думаю, японцы мучатся. 74 защиты сносит. Артиллерии, думаю, на ура снесем. Ну, с таким долгим... А армия? Пойду, в принципе, чуть-чуть. Армия. Один удар почти снесет. Да тут, по-моему... Нет, там есть, там же стены эти. Крутые. Только у нас троих, собственно говоря, армия. Надо развлекательный центр в Бердине построить. У меня величайшая армия в мире арбалетчиков, между прочим. О чем даже записано? Армия дуболомов. О чем записано в анналах истории? Да-да-да. Все указано. Возьмите, почитайте. Я уже пришел читать, кстати. Где моя книжка, да? Пока шел в Эдинбурге, начали верить в мою веру. Ух ты, можно перебросить. Ребят, может я это... Пойду спать тут. И я не против. Сопротивляться не смогу. Дело в том, что я эльтабнулся, не могу ничего посмотреть. У меня комп не тянет. Я просто втыкаю на эту вот картинку, жду, пока перс ход закончится. Тогда. Если бы не это, я бы, конечно, не просил, я бы до конца уже досидел. Но сидеть каждый ход по 4, по 5 минут. Перс неправильно как-то поступает. Не, у меня тут, если Леша не апнется, я бы еще тут позамогался, конечно. У меня тут пушки там, мушкетеры. Ну так сражайся, чё. Не, ну, я же тебе говорю, 5 минут смотреть на таймер, что-то не очень прикольно. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все, продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все, играйте в умные игры.